Всем привет! Вы на канале Спектр Агро, и меня зовут Владимир Белый. Хочу немножко рассказать сегодня вам о том, чем я занимаюсь и как давно. В сельском хозяйстве я уже больше 15 лет. Соответственно, пришел я в сельское хозяйство со стороны торговли. Занимался я продажей средств защиты растений, семенного материала, удобрений, чем занимаемся и сейчас в нашей компании. Так как мы занимаемся семенным материалом, мы непосредственно начали его производить сами для того, чтобы контролировать полностью цикл производства от посева до реализации нашим клиентам. То есть все циклы у нас соблюдены, полное производство под нашим контролем, поэтому мы можем предложить хорошее качество посевного материала за приемлемую цену. Вот сегодня мы на этих полях, может быть, кое-что и посмотрим, кое-что покажу. Сейчас мы находимся на поле озимого ячменя Highlight. Это поле у нас вообще изначально исторически пришло только вот второй год. В прошлом году здесь был посеян лен масличный. До этого здесь было достаточно заброшенное поле. Вот льном мы здесь вычистили сорняки и сейчас вот посеяли, в прошлом году посеяли здесь озимый ячмень Highlight. Как можно увидеть, он не слишком и раскустился, а точнее он вообще не раскустился. Условия такие были осенние, достаточно сложные, и в зиму вроде как он раскустился, но потом сбросил, абортировал просто вот эти дополнительные 2-3 побега, и в итоге мы получили здесь при небольшой норме высева 1 800 000. В принципе, мы столько же растений получили по одному стеблю вегетирующему. Что можно сказать? Этот ячмень, чем он нам нравится? Этот ячмень нам нравится в первую очередь своим потенциалом урожайности. Здесь мы делали две подкормки азотом дробно, чтобы максимально, скажем так, дать возможность планомерно использовать азот на этом поле. Вот. И на самом деле мы не увидели большого результата, потому что кущения нету, но тем не менее тот колосок, который получился, он нас в принципе устраивает. Задача здесь у нас была получить хороший посевной материал, то есть чтобы семена были крупные. В принципе, при такой густоте посева это вполне достижимо. Ну и урожайность, конечно, если будет здесь 3-3,5 до 4 тонн, это, конечно, так предварительно, но это будет очень впечатляющий для нас результат при такой густоте. То, что здесь можно еще сказать про систему защиты. Система защиты здесь, напомню, здесь система вообще обработки почвы без обработки почвы, то есть это нулевая система обработки. Обрабатывали мы до посева здесь глифосатами, уже не помню, около 2 литров, может быть 1,5. И нормой вылива опрыскивателя около 50 литров, там 50-60, в зависимости как получается. Затем по вегетации здесь была асолюта, то есть это 2,4-D. И что еще? Противозлаковый здесь был гербицид, чтобы убить вот эти сорняки. Но вторая волна сорняков злаковых, вот она все равно пошла. Она все равно подходит. Но она уже не так нам страшна. Мы, в принципе, без проблем сейчас это все уберем. Буквально, я думаю, завтра, послезавтра. Ну, здесь также у нас были микроэлементы. Был инсектицид. Ну, как бы технология вроде простая. А, ну и обязательно фунгициды. Фунгицидами здесь мы тоже проходили, двухкомпонентными, для того, чтобы сдержать все заболевания. В принципе, до того момента, как не начался налив, здесь уже дождей, точнее, не было до момента налива. И дожди, в принципе, которые пошли вот сейчас у нас летние, они уже поздние для налива ячменя. Поэтому и он до конца не использует свой ресурс. Но для яровых культур, мы сейчас которые посмотрим, в том числе лен, это будет однозначно преимуществом, вот эти осадки, которые выпали.
А сейчас мы проедем, посмотрим лен. Два сорта лен, Лерина и Микс. Что здесь? Здесь, в общем, два поля рядом. Здесь у нас находится лен Микс, здесь у нас лен Лерина. Здесь чем интересно, кстати говоря, что это ноутил, это классика. То есть здесь была дисковка, здесь в прошлом году здесь и там косили сено или солому, я не знаю, в общем, на корм скоту. И, ну вот, как бы можно посмотреть разницу, есть ли разница. В принципе, здесь видно чуть повыше лен. Но есть еще здесь некие отличия. Это еще немного о чем скажет. Вот мы если возьмем, вырвем здесь. Это Лерина, да, немецкий сорт. Все растения по одному. Все растения по одному. Если мы возьмем, сделаем здесь то же самое в ряду, то здесь растение имеет один центральный побег и 4 еще дополнительных. То есть коэффициент ветвления здесь очень высокий на миксе. При этом здесь норма высева была, если не ошибаюсь, там 35 килограмм. Около 6 миллионов семян на гектар с запасом, скажем так. Да, здесь около 4,5 сейчас миллионов растений на гектаре. Плюс еще вот на центральном побеге здесь он такой жирный. То есть вот отличие по сортам, хотя Лерина тоже должна ветвиться, по идее. То есть вот мы возьмем еще здесь растение, да? Здесь два побега, более слабые. Здесь вот один, а здесь три. То есть потенциал у микса достаточно хороший. Плюс здесь разная была у нас система защиты. Система защиты — это поле, как я говорил ранее, засорено было сорняком, и основная была его задача — вычистить от сорняков для посева озимых культур. Здесь мы это добились глифосатом до посева, точнее еще с осени, потом до посева два раза, минимальными нормами, и противозлаковым и двудольным гербицидом прямо по вегетации. Поэтому мы здесь, ну, скажем, поборолись с такими злостными сорняками, как осот, со злаковыми сорняками, хотя сейчас выпало уже около 55, может быть, уже 60 миллиметров, и сорняк злаковый уже опять поднялся, да, никуда от этого не деться, скорее всего, здесь будет диссекация. Вот, но вот если здесь посмотреть, здесь, вот там особенно видно вдалеке, здесь вот рядом осот цветет. То есть с осотом здесь так и не поборолись особо. То есть у нас была задача вот такие корнеотпрысковые сорняки максимум убрать. В целом думаю, что урожай не подведет. Вот можем сюда зайти, кстати говоря, и посмотреть недостаток системы защиты. Вот мы видим здесь, проходим, да, и сразу становится лен ниже. И если посмотреть сюда, первое — это вьюнок, второе, ну, осот, но он немножко прижат, но опять же, ну, он есть. И в этом проблема, в том, что нужно более тщательно подбирать гербициды, чтобы совсем вот от таких проблем уходить, чтобы посев был, в принципе, равномерный. Лен — это, кстати, масличная, не эфира масличная, да, а именно масличная культура. У нас же лен масличный. И вот мы его и раньше наблюдали как культуру. Во-первых, сейчас экономика стала интересной. Сейчас просто выращиваешь и понимаешь, что товарная продукция стоит недешево, то есть экономически целесообразно. А второе преимущество у льна — это то, что
ну, небольшие, скажем так, затраты по семенам. Это первое. Второе, то, что можно большинство сорняков недорого почистить разными видами гербицидов. То есть противозлаковыми гербицидами и противодвудольными. Опять же, лен не требует огромного количества удобрений для посева. То есть он не особо прихотлив ни к почвам. И еще, наверное, это можно на первое место все перенести, это устойчивость к засухе. То есть для Крыма устойчивость к засухе, наверное, при выборе культуры это одно из первых таких вещей. Плюс, опять же, предшественник замечательный. После льна, ну, не сказать, что это пар прямо, но это полупар однозначно получается. То есть после льна пшенички, ячмени очень неплохие получаются. Итак, мы на участке, где сходятся два сорта. С этой стороны фокус и здесь микс. Можно видеть, что эти два сорта немножко отличаются даже по цвету вегетативной массы. Вот микс, он более такой светлый, и фокус такой потемнее. Его, в принципе, издалека видно. Сверху его тоже хорошо видно, он выделяется. И, кстати, цветки отличаются друг между другом. Вот здесь такой фиолетовый. Еще, кстати говоря, постепенно появляются соцветия, цветет. Кстати говоря, здесь особо и нету цветущих. Вот и цветки. Ну, на один тон темнее. Его тоже можно определить, в принципе, от других гораздо лучше. Фокус у нас первый год, но из всех льнов он, я считаю, мне больше всех нравится, в общем. У него достаточно хорошая высота. Вот если посмотреть, растение выше колена. И это, ну, равномерный посев. И, опять же, у него очень неплохое ветвление. Мне нравится то, что у него тоже 2-3 побега на растениях. Вот один, два, и здесь два. Давай мы еще вырвем каких-нибудь. Вот и здесь мы видим растения, которые имеют по 2-3 побега, по одному. Вот, грубо говоря, здесь тоже 2-3. То есть ветвление присутствует. Еще чем отличается этот сорт, он чуть-чуть короче по сроку вегетации. Это и можно и заметить, потому, опять же, что он уже практически не цветет. Мы знаем, что там, где сейчас еще образуются цветки, потом образуются снова коробочки. И когда вот эти коробочки уже будут готовые, полностью вызревшие, вот эти коробочки будут зеленые на месте этого цветочка. И это будет создавать определенную повышенную влажность. Здесь мы такого не наблюдаем. Практически нету здесь уже вот этих вот, скажем, таких. Местами есть, но гораздо меньше. То есть тоже такая отличительная черта неплохая. Как мы можем здесь увидеть, система защиты, вот я рассказывал там, та же самая. И мы видим здесь злакового сорняка меньше, двудольных вообще практически нету. То есть здесь мы справились. Единственное, вот видно, это там лук или чеснок дикий, вот эти белые цветочки. Их ни глифосатом, ни противодвудольным мы не смогли снять, к сожалению. На что сейчас еще стоит обратить внимание при выращивании льна, это на повреждение вредителями. Сейчас вот на стадии этой коробочки мы можем наблюдать вот такие вот повреждения. Мы уже видим эту коробочку, во-первых, она уже побурела. Но это не от того, что она созрела, а от того, что здесь просто вот выела гусеница, внутри уже все семечки и перешла уже в другое место. Вот такая же коробочка. Пустая с отверстием. То есть нужно наблюдать в этот период лед бабочки. Здесь мы лед бабочки не увидели. Здесь присутствуют такие повреждения, но, скажем, мы не посчитали здесь экономической целесообразности обработки гербицидами. Поэтому в основном это, кстати, с краев больше, с краев от лесополос больше, а в центре поля таких повреждений минимум. Поэтому приняли решение не топтать. Итак, на сегодня все.
Сегодня мы сделали короткий обзор по ячменю Highlight, по льнам Lerina, Mix и Focus. Пока что однозначно лидирует визуально Focus, но мы будем наблюдать за ходом уборки, какие цифры здесь будут, какая урожайность и насколько легче будет убирать тот или иной сорт. А дальше мы продолжим обзоры, посмотрим все, что будет интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи!